Завтра, 17 февраля, в Кунгуре ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха ночью ставит минус 17 градусов, а днем ожидается до минус 6. Для тех, кто верит в приметы, завтра не стоит стричься, обрезать ногти и мыться в ванной. Это может навлечь беду. Остальные же смогут понежиться в горячей ванне и замечательно провести выходные. Ну а ветер юго-восточный 3 метра в секунду. Атмосферное давление 762 миллиметра ртутного столба.